Российская компания «Новамед» представила электродвигатель собственной разработки. Тяговый электродвигатель предназначен для грузовых автомобилей, общественного и коммерческого транспорта. По сравнению с аналогами и двигателями внутреннего сгорания, новинка имеет ряд преимуществ. КПД до 97%, максимальный крутящий момент во всем диапазоне частоты вращения. А также малые размеры, низкий уровень шума, отсутствие негативного влияния на экологию. Широкий диапазон управления оборотами позволил полностью убрать коробку переключения передач. Двигатель производства «Новамед» возможен в двух вариантах – синхронный и асинхронный. Для управления разработан, изготовлен и испытан инвертор. Сейчас компания сконцентрируется на создании и внедрении решений в области нефтесервиса и чистых технологий, а также электротранспорта и электрозарядных станций. Хороших вам новостей!